Молодые талантливые учителя покажут, на что они способны. Сегодня в Мурманске состоялось открытие ежегодного конкурса «Педагогические надежды», главная цель которого – поддержка тех специалистов, кто только делает первые шаги в профессии. Конкурс для молодых учителей проходит шестой год. В нем принимают участие педагоги, чей стаж работы не превышает 3 лет. Оценивать демонстрацию уже полученных знаний, как правильно обращаться с детьми, будут опытные наставники. Мы, конечно, направлены на то, чтобы вырастить их, поднять их профессионализм. Они молоды, они энергичны, они хотят работать, они для этого на конкурсы пришли. Не только чтобы показать себя, но и получить тот энергетический и профессиональный заряд, который им будет предложен. Но самое главное достижение, которое мы как организаторы считаем, проводя конкурс уже в шестой раз, что из 156 участников фестиваля фактически все за эти годы остались в школе. В течение нескольких недель участники фестиваля представят визитные карточки, проведут открытые уроки и самоанализ. А для большего сближения организован даже выезд на турбазу, где состоятся спортивные состязания и психологические тренинги. Это, так сказать, проба пера, это даже не конкурс, а фестиваль. И здесь задача вообще показать, что это за конкурсы для учителей, как там себя вести, и познакомиться с коллегами, с другими такими же молодыми учителями. Торжественное подведение итогов состоится 3 марта. Но, как говорят организаторы, проигравших на таком фестивале, конечно, не бывает. Ведь знания и опыт, приобретенные в ходе соревнований, педагоги будут применять в дальнейшей работе.